На конкурс дети читают стихи. Ткаченко Оксана, 17 лет, город Чита. Стихотворение Анны Ахматовой «Вновь Исаакий в облачении». Вновь Исаакий в облачении из литого серебра стынет в грозном нетерпении конь великого Петра. Ветер душный и суровый с черных крыш сметает гарь. Ах, своей столицей новой недоволен государь. Сердце бьется ровно, мерно, что мне долгие года? Ведь подаркой на галерной наши тени навсегда. Сквозь опущенные веки вижу, вижу, ты со мной. А в руках твоих навеки нераскрытый веер мой. От того, что стали рядом мы в блаженный миг чудес, в миг, когда над летним садом месяц розовый воскрес. Мне не надо ожиданий у постылого окна и томительных свиданий, вся любовь утолена. Ты свободен, я свободна, завтра лучше, чем вчера. Над Невою темноводной, под улыбкою холодной императора Петра.